Акция должна привлечь внимание сочинцев к необходимости раздельного сбора опасных отходов. К ним относятся батарейки, энергосберегающие, ртутные лампы, градусники. Все эти предметы, оказываясь вместе с прочим бытовым мусором на свалке, со временем выделяют тяжелые опасные металлы, которые, попадая в грунт, наносят вред экологии, а значит, здоровью людей и животных. Поэтому приемом и утилизацией таких отходов занимаются специализированные организации. В субботу батарейки, лампы и градусники будут бесплатно принимать в двух пунктах с 10 утра до 3 часов дня. Машины с маркировкой «Агентство ртутная безопасность» можно будет найти по адресам Новогинская, 18, за зданием администрации Центрального района, и в Атлере у жилого дома по улице Молокова, 5. Мы заинтересованы в сотрудничестве в дальнейшем. У нас не организован постоянный прием данных отходов в Сочи, поэтому мы заинтересованы в том, чтобы здесь был постоянный пункт приема опасных отходов от населения.